отлично. Давайте еще раз похлопаем. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня у нас не ответственная игра. Это всего лишь четвертьфинал. Так что у нас сегодня будет очень много интересного. Ты что, дурак, что ли, а? Ты что делаешь, сейчас с людьми разговариваю. Так, друзья, вы сегодня у меня будете матросами. Да ладно, сейчас все объясню. Матросами вы будете, потому что мы сегодня будем шутить, а после игры вы нам не зададите ни одного вопросика. Вот так вот, давайте, начинаем. Друзья, это Женька. Да, это его имя. Женька. Воу, ты успокойся. Ты что завелся, циклоп с двумя глазами? Слышь ты, Страусбург Петровый, ты что здесь устраиваешь, а? Чё ты? Так, ребята, успокойтесь. Я сочинила стихотворение. Ну-ка, давай. Дельфин дельфина полюбил, и стало море голубое. Чё? Слышь ты, Сергей, ты что здесь устраиваешь? Какое море, какой гульбол, какие дельфины? Ты послушай меня внимательно, всё. Ты что? Ребят, давайте начнем наше выступление реально с такими понтами, как мы умеем. У тебя случайно нет на шатыря? Случайно нет. Да, специально. Саня, у меня вот такой вопрос. Парни, вот и ты, крошка, привет. Сиди сюда. Вчера в клубе был. Кексик, брысь отсюда. Так вот, вчера в клубе был. Так вот. Да блин, Кексик, ну не сюда, что ж ты делаешь? Сюда надо. Александр, ну вы тоже молодец, на песке там встали. Ну так вот. Вчера в клубе был для этих, для ленивых. Ну, который в капусту заворачивает. Голубцы? Да, для голубцов. Фу, Жень, чё? Фу, ты вообще что там делал? Что ты там видел? Вас там видел, чё? Саня, помнишь, мы там... Саня, лучше мне скажи, к тебе вчера инопланетяне не прилетали? Нет, а чё? А как тогда ты объяснишь появление этих огромных таинственных... У тебя под глазами. Спасите, я не умею плавать, только Кинти Круг. Кинти, что тебе жалко? Жень, я смотрю, у тебя кошек много, да? Может, тогда споешь о них? Окей. Я сам. И посуду моешь тоже сам? Я сам. А девушка у тебя есть? Я. Конечно, есть. И в честь этого я хочу подарить тебе вот этот замечательный цветок. Желтый тюльпан, но это же к разлуке. Крошки, не торопись события, это на утро. Дамы, господа, жюри, друзья в жюри, а вы, ребята, видели?
потерялся. Санчо, надоел. А, вот же, ёлки-палки, что-то я волнуюсь слишком. Ребята, вы никогда не задумывались, что будет говорить жена Терминатора своему мужу, когда он будет забирать своего сына с садика? Ну, на этот вопрос нам тебе ответит Максим. В море переплывали дельфины! Крошка Корейс, ты что делаешь? Показывай миниатюрку. Какую? Телефон читает книгу. Ну блин, ё-моё, Сань, ну не здесь надо объявлять. Что ж ты все время туда отходишь? Здесь надо объявить. Ребят, ребят, а вы знаете молитву геймеров? Нет. Спаси и сохранится. Чё, понятно? Чё делаешь? Ты чё думаешь, тебе это так просто с рук сойдёт? Не, ну Сань, ну чё оно начинается? Да, 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 я тебе про татуировку говорю. Кирилл, вот смотри, вот тут чемодан стоит всё выступление на сцене. Зачем он здесь? Может, что-то покажешь? Ну давай посмотрим, чё давай. Сань, там симфонический оркестр. Дебил, а? Какой симфонический оркестр? Дай я сам посмотрю. Смотри. Ну, сейчас посмотрю. Ну, блин, ё-моё, кексик, ты уже здесь, что ли? Ну, как ты сюда попал? В завершении, по традиции, я воспользуюсь ртом и скажу. А, друзья, как-то раз я разбил любимую вазу своей бабушки, на что она очень сильно разозлилась и разбила мое любимое лицо. С вами была команда Big Bite. Согласитесь,